идем на пляж. Вот такая тут тропинка. Вот. Природа. Птички поют. Бегают по дорожке ящерицы. Тихо. Вдалеке шум моря. Иди метров 300 по вот такой вот дорожке. Ну вот уже подгребаем водички. Вот и море. Вот и море. Видите вдалеке, какое море. Вот оно, синее, прекрасное. Прекрасное море. Вышли к морю. Видите, какой тут пляж? Вот туда. Туда. Всюду пляж. Так что мы пришли, идем купаться. Приветствие. Вот мы на Сейшельских, Азорских островах. Это называется Бердянская коса. Я вернулся сюда через 55 лет. Я тут был еще с дедушкой и с бабушкой. Ну и вот теперь в связи с коронавирусом пришлось, ну не пришлось, но вот вспомнить о таких местах на Украине. И, наверное, это прекрасно. Посмотрите. Посмотрите на эту косу. Посмотрите на эту воду. На это море. Прекрасно. Так что в Украине тоже есть места прекрасные. Мы находимся в районе Оголовка Бердянской косы. Вот. Тут заповедная зона. Есть всякая флора, фауна, зайцы, фазаны, растения. Ну, в общем, тут неплохо. Так что рекомендую, можно сюда приехать, отдохнуть, невзирая на коронавирус. Все отлично. Помашите дяде ручка. Привет! Очередной день на море. А мы на море. Ага, водичка, ну, чуть-чуть прохладная, но в целом она очень-очень чистая и теплая. Люди все в воде купаются, ну, в принципе, всем. Какие-то люди сидят под зонтиком, какие-то купаются. Медуз сегодня нет. Ну, чуть-чуть есть, но в целом... Где чуть-чуть есть? Ты ж не купалась еще. Что ты выдумываешь? Бабушка купалась, говорит, что нет. Вот фантазер. Дохлые. Да, ну зачем мне? Мне ж в море надо. Там какие-то дохлые. Ну-ка. Медуз нет. А, да. И море прекрасное. Погода отличная, светит солнце, мы все на пляже, получаем удовольствие, дышим свежим воздухом. Привет с украинских Сейшел, ну или Канар. Ну, на худой конец Мальдивы. Мы сейчас лежим на пляже, на море.
были сначала в доме. Проснулась я... Рано я проснулась? Проснулась вот я... Вот там море! Проснулась я рано. Вася, ты что, попугай? Почему тебя заело? Я проснулась рано. Так а зачем повторять одно и то же? Я рано проснулась, и мы сразу пошли. Нет, так вы говорите что-то, что я интересно. Рано проснулась, и мы сразу пошли на море. Все. Где? Так она маленькая. Это разве медуза? Она маленькая. Ну вот. Тут отлично, ребята. Посмотрите, какая вода. Вы видите, какое море. Отлично. Да. Море прозрачное, вода чистенькая. Вчера, правда, куча медуз было, но сегодня вроде хорошо. Хорошо.